Ну шо, друзья, родни, примерно вот такой вот офис. Здесь заход, здесь все дисплеи, здесь туалет, один офис, same deal с этой стороны. Такой L-shaped desk, couch, в общем, прикольно, наверное, думаю. Давай сейчас переделаем под офис. Начинаем переделывать. У нас зафреймовано все, готово. Парц, вот он. В воскресенье нас ждет проект. Розеточки. Кенс. Всю электрику сегодня забабахал. Буквально за часа 4, да? 3. За 3. Красавчик. Что я тебе скажу? В общем, вот так у нас здесь будет. Здесь будет вход, входная дверь. Заходишь в дверь. Здесь вот будет шоурум небольшой. Туда уже вход будет в офис. Офис номер один будет здесь. Потолки 12, 10 фит. То есть сюда будет коридорчик, здесь вход в туалет, здесь будет парашка, здесь умывальник, ступенечки и вход в другой офис. В каждом офисе окошко, здесь входная дверь и два окошка по бокам. Все уже начинает выглядеть серьезно. Зашили уже гипсокартоном. Хорошо. Вот как выглядит наш трейлер снаружи сейчас. Окна, двери вставлены. Ну-ка, впустят меня через главную дверь. Можно войти? Муковай. Здесь туалетик. Кошечка. Симпатично. Видок. Такой туманчик ложится. Симпотный туманчик. Заценим наш офис. Стоят уже окна, дверь. Итак, заходим. Вот здесь у нас вход. Так вот.
офис номер 1. Покрашены уже стены, потолок. Готовимся к тому, чтобы облицовывать окна, двери. Здесь будет у нас дисплей. Но пока будем поставить кабинеты, туалет. Здесь им будет туалетик. А тут будет умывальник, окошечко, через окошечко видочек, как на картинке прямо. И пару ступенек, и офис номер 2. Здесь идет работа. Все покрашено. Сейчас братец Виктор работает, делает вот облицовку. Здесь русские и американцы называют ее финишка. Финишка. Это вот двери обшивает. Окна, двери. Вот таким макаром. Уже чувствуется завершение проекта. Здесь дверка тоже обшита. Ой, то есть окно. Сейчас будет еще плинтуса, двери. И может еще снаружи успеем окна обшить. Итак, у нас здесь уже тепло. Печки потихонечку, но работают. Крутится. Купили вот ковролин, или как он называется. Называется carpet tile здесь. Они как 18 на 18 дюймов идут. Будем покрывать здесь все. Сейчас, секунду. И здесь тоже плиточка уже постелена. Все. Готово к кабинетам. Офис. Карпет сейчас сделает. Вот, Александр, твой офис готов. А какая лябота у нас там творится.
Эти вывески у нас пойдут в Юту, наш трейлер-офис. Здоровенные. Еще парочку небольших. У нас ночь. И у нас пауэр в трейлере. О, да. В общем, вот наш апдейт. Здесь лайты повесили. Так выглядит внутри. Заходишь, здесь будет шоурум. Начинает отсюда, вот туда, вот туда, вот туда, вот туда. Вот это все. Здесь. Значит, вправо идешь. Здесь туалет. Парашка. Здесь у нас синк будет. Ждем двери. Water heater. В кабинете будет сидеть. Здесь пару ступенек. Санька уже почти заехал. Вот такой вот офисок. Вот тут видок, сегодня пасмурно чуть-чуть. Ну вот, а в эту сторону, мой офис. Вот такие доски. И здесь Electrical Room. У нас тут тепло уже, пауэр подвели, все четко работает, все включатели, розетки повставляли, лайтс повставляли. Вот мы наклепали несколько уже кабинетов шоурум сюда. Здесь будет шоурум, вот это вот вся стенка. Здесь у нас туалет. Сейчас ждем каунтертап сюда на туалетик. Дверки повесить. Это Санин офис. Такой у нас вид тут. Напротив строится новый дом нашего товарища. Будем кабинеты ему делать. Вот мой офис. Вот сегодня только обосновался тут. Ну, пожалуйста, уже работаем, уже идет дело. И все это находится вот в таком трейлере. В этом трейлере.